Всем привет! Я хочу рассказать вам вот о таких полосочках отбеливающих, которые недавно пришли мне на обзор. Это Dr. White, профессиональная система отбеливания зубов. Вот такие вот 7 полосочек мне пришли. Значит, давайте, наверное, я скажу о том сразу, наверное, предостережении, да, о минусах, о том, кому нельзя этими полосочками пользоваться. Это детям до 14 лет, беременным женщинам, кормящим женщинам и людям, использующим брикеты. Итак, значит, полосочки отбеливают только натуральные зубы. Не отбеливают ни коронки, ни пломбы. И их нельзя использовать одновременно с брикетами. Как и всех, многих волнует вопрос, значит, вот у кого чувствительные зубы, вот как у меня. Я раньше вообще не знала, что у меня зубы чувствительные. Я пью горячее или холодное, то есть у меня прямо такое вот, не знаю, прям такое неприятное ощущение на зубах. И поэтому, как бы, когда я получила эти полоски, я, конечно, где-то сомневалась, боялась, надо ли отбеливающие полоски влияют на чувствительные зубы, так как вот лично для меня это было важно, так как у меня самочувствительные зубы, и я боялась их как-то сначала использовать. Но, конечно, у всех все индивидуально. Лично у меня не было никакого плохого какого-то результата. То есть полоски у меня отбелили зубы, то есть я пользовалась ими всего 4 раза, то есть 3 полосочки у меня еще есть. И хочу вам сказать то, что все же, конечно, надо с осторожностью к этому подходить, потому что ведь все же полоски содержат перекись водорода, и они так интенсивно влияют на зубы. И, может быть, если вы сильно сомневаетесь, вам надо посоветоваться с врачом, со своим, да, зубным врачом, сходить к нему и все же как-то узнать, надо ли вам использовать эти полоски. Чувствительность у вас может появиться, естественно, но она проходит со временем. Это будет небольшой такой дискомфорт при жевании, но она пройдет. Итак, следующий, наверное, вопрос, который волнует, там какие-то, может быть, пятна остаются ли на зубах. Да, первое время могут появиться белые точки, постепенно в течение 2-3 часов они исчезают, через 2-3 часа. С помощью геля, который нанесен на внутреннюю сторону полоски, полоски очень удобно крепятся к зубам на зубах и очень хорошо повторяют форму зубов. То есть вот на нижнюю отдельно наносится полоска и на вверх. Заявляет доктор White, полоски вообще безопасны для зубов, потому что их используют в стоматологии и проверено качеством и под контролем все это, да? Использовать отбеливающие полоски рекомендуется не чистить зубы перед их использованием. То есть вы открываете вот эту вот полосочку, значит, здесь будут вот такие вот две части. Вот, для верхних зубов и для нижних зубов. Сначала для лучшего эффекта, это и для удобства, использовать полоску на нижние зубы. Потом уже одеваете на верхнюю, хорошо прижимаете, плотненько так зубам фиксируете. И желательно, чтобы никаких у вас пробелов, недостатков не оставалось, чтобы до самого верха было это дело. У вас все прикреплено. Стороной вовнутрь, то есть к зубам, да? И остаточки, которые у вас будут, аккуратно загинаете за зубы, то есть вот края. Полоски мы снимаем через минут 20-30, то есть это время вы сидите, не жуете, не пьете там, ничего не кушаете, не курите. Вот. И потом вот снимаете, да, эти полосочки и промываете теплой водой хорошенько зубы. Смываете теплой водой этот гель, весь остатки, и потом уже смотрите сами. Если вы хотите для более сильного эффекта, то используйте 2 раза в день полоски. А если вы хотите сильно не баловаться этим делом, да, и как бы боитесь какого-то такого резкого эффекта и все же воздействие на свои зубы, то используйте 1 раз в день такие полоски. Что сказать я? Вот лично я использовала, да, эти полоски 4 раза. Да, они осветляют мои такие зубы, они делают их немного беленькие, я не знаю. Вот я специально постаралась красную, такую более яркую помаду использовать, да, коралловую, чтобы вот, не знаю,
видно было какой-то эффект, ну, потому что правильно, вот я у девочек видела других обзор, они говорят, трудно увидеть через камеру эффект, то есть вот, что если вы будете использовать эти полоски, то ваши зубы, ну, на 100% они станут по-любому на тон, на 2 светлее, понимаете? То есть если вы хотите так аккуратно добиться вот такого эффекта, то вполне могу посоветовать вам их приобрести. Опять же, кто сильно сомневается и переживает, ну, как бы боится рискнуть, я все же рекомендую сходить к вашему зубному врачу и поговорить с ним, посоветоваться вот по поводу этих полосок вообще отбеливающих. Этот сайт я оставлю под видео, заходите туда, читайте информацию, и цены на эти полоски, там вроде бы есть 7 и 14 дней курс, вот как-то так. Вот, решайте сами, что вам нужнее, что для вас будет лучше, правильнее. И всего вам хорошего и красивых вам белоснежных улыбок, чтобы они озаряли ваших близких и окружающих. Вам всем здоровья и спасибо всем за просмотр. И всем пока!